На початку курортного сезону лікарі рекомендують перевірити усі родимки і утриматись від інтенсивної засмаги. Адже появі захворювання меланоми сприяє ціла низка факторів – сонячний і штучний ультрафіолет, сонячні опіки та множинні невуси. Найбільш сприятливі до цього захворювання – люди зі світлим кольором шкіри, світлим волоссям та блакитними очима. Косметичне видалення родимок украй небезпечне, якщо пошкодити її структури не так, як треба, то поширення метастазів практично гарантовано. Тому треба робити це тільки у профильных специалистов. Если у вас есть невусы, вот, надо за ними, конечно же, наблюдать. Наблюдать самостоятельно, в первую очередь самостоятельно. То есть, если вы замечаете какое-то изменение со стороны родинки, обязательно надо обратиться к врачу. На что следует обратить внимание? Это чувство зуда в области невуса. Это выпадение волос, если невус покрыт волосами. Изменение цвета его, изъязвление, появление кровоточивости. Изменение очертания родинки, появление узловых образований. Это первое, асимметрия родинки, как я уже говорил, неровный край. Это неодинаковый цвет различных частей родинки. Диаметр родинки более 6 мм. И изменчивость родинки. Меланома може виникати на кінчиках пальців під нігтями, на цітківці ока, а також лизових оболонках. Улітку треба бути найбільш уважними та слідкувати за дозами сонячних ванн. По поводу загара. Все очень любят загорать, особенно гости нашего города. Хочется приехать на 10 дней и уехать с бронзовым загаром. Очень важно помнить, что правильный загар формируется длительно за счет постепенной выработки мелатонина. Быстро загореть за одну неделю – это практически нанести себе непоправимый вред. Если это люди из группы риска, а это не только люди, у которых вот такой фенотип – светлая кожа, голубые глаза, светлые веснушки – которые легко обгорают, а это еще и люди, которые получают иммуносупрессивную терапию по каким-то разным заболеваниям. Это люди, страдающие ВИЧ-инфекцией, это люди с трансплантацией органов, это те, кто принимают какие-либо медицинские препараты, и это очень большой процент населения. Сейчас я объясню, почему. Это женщины, которые принимают пероральные контрацептивы, это люди, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты. У нас их очень много, потому что болевой синдром при суставных заболеваниях присутствует у огромного количества пожилого населения. Это сульфаниламидные препараты. То есть все эти препараты повышают чувствительность нашей кожи к ультрафиолетовому излучению. Під час проведення Всесвітнього дня боротьби з меланомою всі центри первинної медико-санітарної допомоги Одеси пропонують містянам пройти безкоштовну дерматоскопію.